Швейцарии покончил с собой самый титулованный шеф-повар мира Бенуа Виолье. Только в декабре прошлого года он занял первую строчку в топ-1000 поваров планеты. А ресторану «Отель Девиль» его кухня принесла 3 звезды в красном гиде Мишлен. Это высшая оценка в самом влиятельном ресторанном рейтинге. Что стало причиной самоубийства, пока не ясно. Близкие говорят, что Виолье был жизнелюбивым человеком. Как раз сегодня он должен был участвовать в церемонии оглашения нового рейтинга для французских ресторанов. Такое совпадение породило массу слухов и домыслов, но Виолье швейцарец, ему нечего было опасаться снижения оценки. Впрочем, известно, что шеф-повар переживал непростой период в жизни. Совсем недавно он потерял сразу 2 близких людей – отца и профессионального наставника.